Привет, мои хорошие. Сегодня у нас 5 января. Солнечная погода хорошая, солнышко вышло, и я хочу пойти прогуляться со Светой. Так, что хотела сказать. Вчера я выложила видео о том, как мы справляли Новый год. Сперва комментарии были к нему открыты, но, знаете, через несколько часов я поняла, насколько же у нас мерзкий народ, любящий обсуждать других, не глядя на себя. Откуда вот эта привычка, я понять не могу. Конечно, меня извините, но люди в своей стране празднуют Новый год так, как они считают нужным. Танцовщицу все чуть ли не обозвали жирной и не знаю кем. Да, вы знаете, я тоже не была в восторге от нее, но не от ее внешнего вида, а от танца. Танец был никакой. Но к внешнему виду человека, ну не знаю, как можно столько грязи выливать. Ну вы прежде чем на кого-то что-то говорить, себя, на себя смотрите, мои хорошие, на себя. Неужели вы такие идеальные, что вы вот так вот обсуждаете? У меня просто, знаете, предел эмоций, насколько, сколько грязи в людях. Неужели вы такие идеальные, что вы можете вот так вот поливать грязью людей, даже не зная человека, не зная, какая она? Ну и что, что у нее живот, некрасивая фигура? А ничего-то, что это танец живота? Там не должны вот такие прищепки танцевать этот танец. Вы себя видели? Я уверена, что 90% из вас все с лишним весом, не идеальной внешности, не идеальной фигуры, далеко не умница-красавица. Ну зачем писать такие гадости? Зачем? Вы кто? А судьи-то кто? Ну не понравилось, не понравилось. Зачем писать? У меня, честно, вот после вот таких вот слов пропадает желание показывать вам что-то, как какую-то жизнь в Турции показывать. Вот дальше вот свои квартиры, вот этой своей комнатки, у меня вот желание пропадает снимать. Потому что вы найдете к чему придраться. Неужели нельзя посмотреть просто, послушать музыку, посмотреть танец? Ну да, он был не идеальный танец, но вот так она танцует. Вы могли бы танец обсудить, но не ее внешность. Я не знаю, каких только комментариев я не собрала. Там чуть ли не... Боже, это мусульмане, что ли? Боже, как так можно? Я не знаю, как будто бы, знаешь, как будто бы, знаете, у меня такое ощущение сложилось, что у меня в зрителях одни ангелы сидят, и все такие безгрешные, идеальные люди собрались именно на моем канале. Откуда вот это все? Откуда? Вы молитесь, пожалуйста, замаливайте свои грехи, оставьте этих людей в покое. Они веселятся так, как считают нужным. Они никому не мешают. Они абсолютно никому не мешают. После таких посиделок, вы знаете, морду никто никому не бьет. Вы видели, как мужчины друг с другом танцевали? А, нет, не видели. Не видели, это в следующей части. После таких посиделок никто никому морды не бьет. Все счастливые расходятся по домам. Вы свои корпоративы видели, особенно новогодние? Вы своих женщин там видели? Посмотрите сперва на свою страну. Зачем, зачем хаять чужую страну? Своя-то не лучше. Наша страна-то ничем не лучше. Я вот точно так же я злюсь, знаете, когда... Я вижу на кавказских форумах тоже вот какой-то видеоролик выкладывает и обсуждает, как будто вот российские женщины хуже, чем кавказские. Кавказские тоже ничем не лучше сейчас. Есть такие же ролики про наших женщин. Везде всего достаточно, но сперва нужно смотреть все-таки на себя, прежде чем писать вот этот говнокомментарий про другого человека. У меня на самом деле, я не знаю, какой-то прорыв последние 2 недели. Люди вот в конце года, вот, видимо, накопилось людей, и все стараются его вылить на других.
Это некрасиво, это очень некрасиво. Вот все, что вы писали, комментарии про эту женщину, танцовщицу, про турецкий народ, вообще про турецких женщин. Я не считаю их идеальными красавицами, нет. У меня тоже мнение, что они далеко не ухоженные женщины, но они любят себя такими, какие они есть. Их мужчины любят их такими, какие они есть. Да, они далеко не самые идеальные женщины, но российские женщины и украинские тоже далеко не идеальные. Давайте не будем подразделять. Вот турецкие женщины, о, посмотрите на них, обтянулись, это то все. Наши ничем не лучше. Наши ничем не лучше, особенно когда женщины все вместе собираются, идут в ресторан. Боже упаси смотреть на них со стороны. Боже упаси. Давайте будем каждый смотреть за собой, за своим народом и не писать гадости про другой народ. Мне стыдно за вас, честно, мне стыдно. И я закрыла эти комментарии. Потому что не только я могу это прочитать. Некоторые умудряются и на турецком писать. Это вот 100% жены турков, которые здесь где-то живут, они тоже умудряются на турецком писать. А вы-то что делаете в этой стране, если здесь все так плохо? Клянусь, честно, мне стыдно за таких людей, очень стыдно. Не знаю, в последнее время у меня какие-то видео получаются, знаете, внимание обращаю на ваш негатив. Я вообще думаю, знаете, закрыть все комментарии к чертовой матери и просто выкладывать видео. Кому надо, тот посмотрит с удовольствием за чашкой чая, порадуется за меня, за Турцию, за народ, который здесь живет, получит какое-то удовольствие от того, что увидел. Кто захочет написать какой-то плохой комментарий, у него не будет этой возможности. Не знаю, вот думаю закрыть комментарии вот под всеми видео. Потому что если под каким-то определенным видео закроешь комментарии, которые хотели там написать, переносят под другое видео. Я про положительные комментарии ничего не говорю. Вот отрицательный тоже человек бежит вот с того видео, чтобы написать под другим. Но это некрасиво, некрасиво. Зачем писать? Я выкладываю видео, вам пытаюсь показать, как народ отдыхает, как они веселятся. Как бы ни было, какие бы ни были у них некрасивые фигуры. У каждой женщины по-своему красивая. У кого-то живот больше, у кого-то попа больше. Но, извините меня, русские женщины тоже далеко не все красавицы. Давайте будем откровенны, особенно после родов, не все красавицы. Не будем обобщать полностью, говорить, что турецкие женщины такие некрасивые. Да? Они не любят просто за собой ухаживать. Вот это есть в них. Ладно, девочки мои. Сколько мне осталось? У меня 20 минут осталось. Мы со Светиком пойдем где-нибудь позавтракаем. Я сегодня даже не завтракала. Третий час. Я не завтракала, не было аппетита. В последнее время нет аппетита особо. Хотя мне нужно кушать, и я вот ем йогурты, и после йогуртов принимаю лекарства. Вот так вот, мои хорошие. Я надеюсь, я никому настроение не испортила своим видео, но мне сказать об этом я не могу, потому что это очень некрасиво с вашей стороны так обсуждать, до такой степени обсуждать других людей. Это некрасиво. Я не приемлю такие вещи. Да, я тоже какими-то наблюдениями своими делюсь с вами, но вот так оскорбляя людей, обсуждать это нехорошо. В общем, мой вам совет, не делайте этого в дальнейшем. Это никак вас не красит как человека. От того, что мы, например, женщины, будем хаять другую женщину, мы лучше от этого не станем. Это что, получается, ты, хая другую женщину, пытаешься на ее фоне себя возвысить? Это как же надо себя не уважать, недооценивать, чтобы так вот пытаться делать? Хоть она, пусть она и будет некрасивой, но писать вот так вот... Не знаю, у меня просто нет слов. Нет слов. Я вообще... Не думала, что когда выкладывала это видео, что такой негатив прям соберет именно эта танцовщица. Вообще не думала, у меня не было таких мыслей. Если бы у меня пришла в голову такая мысль, я бы вообще этот фрагмент могла бы не выкладывать.
Но сделала вот глупость и выложила. Собрала, как говорится, кучу дерьма. Ну ладно, мои хорошие, не буду затягивать и не буду заставлять Светку ждать. Соберусь и пойдем мы с ней где-нибудь позавтракаем. Все, пока, мои хорошие.